чистом родительский дом. Родительский дом, начало начал, ты в жизни моей надежный причал. Родительский дом, пускай добрый свет горит в твоих окнах. Детство не кончится, хоть мы взрослыми стали людьми, потому что родителям хочется, чтобы мы оставались детьми. Родительский дом, начало, начал, жизни моей надежный причал. Я далеко не поеду, так что самый дешевый. Здорово. Один раз. Я хочу билет. Приветствовать вас. Я хочу самый дорогой билет. На одну поездку, Я хочу самый дорогой билет. Сегодня я изрядно покатаюсь на автобусе. Дорогой билет. Самый дорогой, вот в предыдущем все без сути. Один Анту. Я проеду несколько остановок. Анту поеду, дай билет. Сегодня я изрядно покатаюсь на автобусе, так что... Дорогой билет. Давай сюда самый дешевый. Ну, спасибо. Много лет. Можно один, на одну поездку. Приветствую вас. Вот у меня денег как раз на самый дорогой, вот он при этом спасен. Здорово. Я хочу самый дорогой билет. Давай сюда самый дешевый. А самые дешевые билетики-то у вас еще не разобрали. Будь добрый, самый дорогой билет. Just
Проснись, и пора рада приветствовать вас. Здравствуйте. Это мне денег как раз самый дорогой предыдущий. Я хочу самый дорогой билет. Я проеду несколько остановок. Я хочу билет. Давай сюда самый дешевый. Приветствую. Я хочу билет. Добрый день. Всегда вам рад. А вот у меня денег как раз самый дорогой. Вот в предыдущем. Спасибо, наше любимое дорожное радио.
Доброе утро, товарищ водитель. Давай сюда самый дешевый. Я хочу самый дорогой билет. Я проеду несколько остановок. Спасибо. Самый дешевый. Здорово. Путин, вы самый дорогой билет. Я хочу самый дорогой билет. Я хочу самый дорогой билет. А ты поедешь, да, билет? Сегодня я изрядно покатаюсь. Будьте добры, самый дорогой билет. А ты поедешь, да, билет? Я хочу билет. Спасибо. Я проеду несколько остановок. Спасибо. Самый дешевенький. Он тут, а? Это мне денег как раз на самый дорогой. Вот предельство. Сегодня я изрядно покатаюсь на автобусе. Давай сюда самый дешевый. Дорогой билет. Я хочу билет. Я хочу самый дорогой билет. Будьте добры, самый дорогой билет. Приветствую вас. Спасибо. Я хочу билет. Thank you.
Сегодня я изрядно покатаюсь. А то поехать дальше. Да вот у меня денег как раз на самый дорогой, вот в предыдущий. Реклама. Для лиц старше 16 лет. Дорожное радио представляет. Они везде. Они сопровождают нас с самого детства. Они с нами с утра и до вечера. Отсутствие некоторых из них нас очень сильно расстраивает. Одни из них мы любим, другие презираем. Торговые знаки. Взлеты и падения великих брендов, взятые из жизни. Понедельник, среда, пятница, 16:30. Только на Дорожном радио. Спонсор программы Tenneck Incorporated представляет амортизаторы Monro. Monro обеспечивают безопасность и комфорт вашего автомобиля. Дорожное радио. Уже 15 лет в клинике Альтермет работает отделение дерматологии. Мы лечим псориаз, грибок ногтей и кожи, все дерматозы. Клиника лечения кожи Альтермет. 15 лет к нам приходят за результатом. Консультация врача и все необходимое для постановки точного диагноза. Будьте добры, самый дорогой билет. Сегодня я Я бы вам вообще, конечно, пешочек просто. Лучше на автобусе. Вообще опасно по улице ходить. Если память жива, то они не умрут. Они будут всегда вместе с нами. Ко Дню Победы мы собираем наш бессмертный полк. Всем, кому дорога память о своем фронтовике, сделайте транспарант с портретом своего солдата. И 9 мая выходите на построение бессмертного полка. Подробности на сайте мойполк.ру. Телефон в Петербурге 325-25-15. Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге 407-88-44. Программа «Добрый день». Каждый будний день. Всегда в это время на Дорожном радио. Здравствуйте, Дорожное радио. Это звонок из города Ульяна. Я хочу поздравить свою дочь, Кришна Людмилу, всем радио. Пожелать ей здоровья, счастья, исполнения желаний. Хочу, чтобы повторили песню с автор-песни «Моя прекрасная леди». Почти Дорожное радио. А самые дешевые билетики-то у вас еще не разобрали. Летят как снег, белокрылые птицы. Здрасте. Наши души. Давай сюда самый дорогущий, я далеко поеду. Я бы могла и пешочком пройти, конечно. Я проеду и несколько остановок дешевенький. Не прожит чуть острокрылые тени, и мы замирали. От этих прекрасных мгновений, которым не повторится. Счастье мое, все тебе отдам, ни с чем останусь сам. Брошу все к твоим ногам, моя прекрасная леди. Ловлю мгновения эти любви и воспеваю тебя, моя прекрасная леди. Над нами звезды и ветер, и мы на этой планете любви, где открылась мне красота. Тайна твоя,
без тебя даже не представляю, о тебе вспоминаю, и сердце мое замирая. Здравствуйте. Думай о вечном, о том, что я хочу самый дорогой билет. Я хочу билет. Брошу все к твоим ногам, моя прекрасная леди, богиня в утреннем свете. Ловлю мгновения эти любви и воспеваю тебя, моя прекрасная леди. Над нами звезды и ветер, открылась мне красота и тайна твоя. Я хочу самый дорогой билет. Добрый день. Всегда вам рад. Добрый день, Дорожное радио. Я сегодня хочу поздравить с юбилеем Воскресенского Игоря Алексеевича. Пожелать ему в первую очередь, чтобы у него было хорошее, крепкое, настоящее мужское здоровье, счастье в жизни, успеха в работе. Всего, что можно пожелать в этот замечательный юбилей. Солнышко, мира, везде, в семье, дома, на работе. И всего самого хорошего. Принимайте Алексеевича от нас здесь. Болельщика в исполнении группы «Ярмарка». С нашим поздравлением присоединяйтесь к семье Петрова. Спасибо, Дорожное радио. Самый дорогой билет. Сегодня я изрядно покатаюсь. Я бы могла и пешочком пройтись, конечно. Но уж давай билет. Самый дорогой билет. Здрасте. Я хочу взять этот самый дешевый билет. Здрасте. Я далеко не поеду, так что самый дешевый. Приветствую вас. Спасибо большое. Самый дорогой билет. Я далеко не поеду, так что самый дешевый.
добрый день. Звоните еще. Дорожное радио. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Хочу передать привет через ваше радио. Село Садовое Каменского района Воронежской области. Нине Андреевне. И пожелать ей бодрых рассветов, успешных дней, вечерней прохлады и нежных ночей. Любви тебе самой. Привет. Здоровья, веселья, большой удачи. У нас сегодня юбилей. 25-летие совместной жизни. И в качестве подарка поставьте хорошую песенку. Ансамбль «Самоцветы». Все, что в жизни есть у меня. Спасибо вам за ваше чудное радио. До свидания. Петербург, 87.5 FM. Дорожная хроника на Дорожном радио.
13 часов в северной столице, в студии Марк Борисов. Здравствуйте. Давай сюда, самый дорогущий. Я далеко поеду. Из-за проспекта между Пискаревским и Ручьевской дорогой меняются маршруты некоторых автобусов. Спасибо. Например, 153 в направлении от автобусной станции проспект Культуры следует теперь по следующим улицам. Придорожная аллея, Суздальский проспект, Светлановский проспект, Луначарского, Гражданский проспект и проспект Науки. Далее следует улица Руставели, Пискаревский проспект, проспект Мечникова, Бестужевская улица, Екатерининский проспект Энергетиков, Индустриальная улица и Хасанская. Для тех, кто за рулем. Петербургским водителям рекомендуем выбирать маршрут с учетом следующих ограничений. До конца марта закрыли одно направление на Бородокного проспекта от Бестужевской до проспекта маршала Блюхера. Там ведутся строительные работы. До 10 июня ограничили движение транспорта по улице Марата от Кузнечного переулка до Невского проспекта. Там ремонтируют тротуары. В дорогу. Сейчас в Петербурге плюс 3 градуса. По телефону дорожной хроники 380-94-48 вы всегда можете оставить полезную информацию для тех, кто в пути. 380-94-48. Удачи на дорогах. Играла в сердце, как...